Приветствую вас, друзья, на канале интернет-магазина пряжи и товаров для рукоделия «Клубки в корзинке». Сегодня мы с вами рассмотрим, как вязать вот такую вот кайму, оно же кружево, крючком, видите, с такими цветочками. Я взяла пряжу потолще, крючок номер 3, но вы вольны выбирать себе любую абсолютно пряжу, которую захотите. У меня это полухлопок, вы можете взять полностью хлопковую пряжу, можете взять шерстяную пряжу. В общем, что хотите, то берите, главное, чтобы вам нравился результат. Давайте посмотрим, что нам понадобится. Для вязания я использую пряжу Gazal Baby Cotton XL и крючок номер 3. Делаю первую петлю и набираю 18 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Провязываю столбик с одним накидом в пятую петлю от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, столбик с одним накидом. Делаю воздушную петлю, пропускаю одну петлю в основании и в следующие две петли провязываю по одному столбику с одним накидом. 1 и 2. Провязываю 9 воздушных. Пять, шесть, семь. 8, 9. Делаю накид и перехожу к самой последней петельке воздушной. Провязываю в нее столбик с одним накидом. 3 воздушные. Сюда же столбик с одним накидом. Это уже второй. Снова 3 воздушные. Сюда же третий столбик с одним накидом. Снова 3 воздушные. И сюда же четвертый столбик с одним накидом. Две петли подъема. Поворачиваем вязание. Провязываем под воздушную петлю полустолбик с одним накидом, 3 столбика с одним накидом, 1, 2 и 3. И сюда же 2 полустолбика с одним накидом, 1 и 2. Под каждую вот эту цепочку из воздушных, под эту и под следующую, мы будем вязать то же самое, просто здесь у нас вместо петель подъема будет полустолбик с одним накидом. Итак, полустолбик с одним накидом, точнее 2 подряд, 1 и 2. 3 столбика с одним накидом, 1, 2 и 3. И сюда же 2 полустолбика с одним накидом. 1 и 2. И в следующую, под следующую воздушную, 2 полустолбика с одним накидом. 2. 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И сюда же 2 полустолбика с одним накидом. 1 и 2.
7 воздушных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Переходим вот сюда к воздушной цепочке и провязываем под нее 2 столбика с одним накидом. Раз, два. Дальше по одному столбику в следующие 2 столбика предыдущего ряда. Раз и 2. После чего 1 воздушная петля. И затем воздушную в основании пропускаем и 2 столбика с одним накидом. 1 столбик в столбик предыдущего ряда и 1 столбик в петлю подъема предыдущего ряда. Три петли подъема, поворачиваем вязание и в столбик провязываем столбик с одним накидом. Воздушная. И теперь в следующие 4 столбика по одному столбику с одним накидом. Раз. Два. 3, 4. Дальше по цепочку из воздушных провязываем 2 столбика с одним накидом. Раз и 2. После чего 9 воздушных. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Переходим вот к этому цветочку. Находим средний лепесток и на нем средний столбик. Вот 2 полустолбика, 1 столбик и 2 столбик с накидом. Провязываем в этот столбик с накидом, в средний столбик с накидом среднего лепесточка. 4 столбика с одним накидом и между ними по 3 воздушные. Итак. 1 столбик, 3 воздушные, 2 столбик, 3 воздушные, 3 столбик, 3 воздушные и 4 столбик. 2 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание и под первую же арочку полустолбик с накидом, 3 столбика с одним накидом, 1, 2 и 3. И сюда же 2 полустолбика с накидом, 1, и 2. Переходим к следующему лепесточку. 2 полустолбика с одним накидом. 1, 2. 3 столбика с одним накидом. 1, 2. И 3. И 2 полустолбика с одним накидом. 1 и 2. И переходим к третьему лепестку. 2 полустолбика с одним накидом. 1 и 2. 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. И сюда же 2 полустолбика с накидом. Провязываем 7 воздушных. 5, 6 и 7. Вот сюда под воздушную цепочку, вот эту вот, из 9 воздушных провязываем 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. И затем в
каждый столбик предыдущего ряда до следующей воздушной провязываем по одному столбику с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6. Затем у нас воздушная, над ней вяжем воздушную и в конце 2 столбика с одним накидом. Один столбик предыдущего ряда, другой в последнюю петлю подъема предыдущего ряда. Вот так. И последние 2 ряда в рапорте. 3 петли подъема. Поворачиваем вязание и провязываем первый столбик. Столбик с одним накидом. Воздушную. Воздушную пропускаем и вяжем в каждый столбик предыдущего ряда по столбику, пока не дойдем до цепочки из воздушных. 3, 4, 5, 6, 7. 8. Дальше 2 столбика под воздушную. 1 и 2. И дальше повторяем, как здесь. 9 воздушных. 1. Пропускаем воздушное в основании и в середину цветочка. Вяжем 4 столбика с одним накидом и между ними по 3 воздушные. 1, 2, 3. 4. Делаем 2 петли подъема, поворачиваем вязание и сюда под воздушную полустолбик с накидом, 3 столбика с одним накидом, 1, 2 и 3. Сюда же 2 полустолбика с одним накидом. 1, 2. Переходим к следующей воздушной. 2 полустолбика с одним накидом. 3 столбика с одним накидом. 2 полустолбика. 1, 2. Переходим к следующей цепочке из воздушных. 2 полустолбика с одним накидом. 1, 2. 2 столбика с одним накидом. Точнее, 3, да? 1, 2, 3. И 2 полустолбика с одним накидом. 1, 2. 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 столбика с одним накидом под цепочку из 9 воздушных. 1, 2. Затем по столбику, в каждый столбик предыдущего ряда до самых воздушных, до самой вот этой воздушной петли.
затем воздушная петля и в конце 2 столбика. Один столбик предыдущего ряда, другой в последнюю петлю подъема предыдущего ряда. То есть вот так вот получается, мы с вами провязали первый раппорт. Второй раппорт вяжется по тому же принципу. Сейчас мы с вами провяжем 2 первых ряда второго раппорта, но как вязать цветочки, вы запомнили. 9 воздушных цветочек туда-обратно, 7 воздушных. И у вас увеличивается на 2 петли, да, под воздушным вяжем 2 петли. Здесь все то же самое. То есть вяжется элементарно. Просто когда у вас заканчивается раппорт из 6 рядов, вы заново начинаете раппорт, и у вас получается не большое количество столбиков после вот этого окошечка, а всего 2. Давайте вместе провяжем еще пару рядочков. Делаем 3 петли подъема, поворачиваем вязание, столбик, столбик предыдущего ряда, 1 воздушная и воздушную в основании пропуская, 2 столбика следующие петли ряда. Вот так. Ну и дальше, как обычно, 9 воздушных. Цветочек мы на этот раз вяжем вот сюда, в последний столбик. Столбик, 3 воздушные. Сюда же столбик. 3 воздушные. Сюда же столбик. 3 воздушные. И затем 4 столбик сюда же. Следующие цветочки этого раппорта мы будем вязать уже в серединке. Ну, мы помним, да, что дальше в раппорте у нас цветочки выходят друг из друга. А первый цветочек в раппорте выходит вот отсюда из края треугольничка. Делаю 2 воздушные петли подъема, поворачиваю вязание, полустолбик с накидом, 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, и сюда же 2 полустолбика с одним накидом, 1, 2. Переходим к следующей цепочке из воздушных. 2 полустолбика с одним накидом. 1, 2. 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И сюда же 2 полустолбика с одним накидом. 1 и 2. И переходим к третьему лепесточку. 2 полустолбика с одним накидом. 3 столбика. 1, 2, 3. И сюда же 2 полустолбика. 1 и 2. Вяжем 7 воздушных, 3, 4, 5, 6 и 7. Переходим к цепочке из воздушных, провязываем под нее 2 столбика, 1 и 2. Затем по одному столбику в следующие 2 петли. Воздушная и 2 петли, точнее 2 столбика в конце. Итак, мы с вами провязали один целый раппорт, начали второй раппорт. И, ну, принцип, я думаю, понятен. Просто каждый раз в раппорте у нас 6 рядов, мы увеличиваем количество столбиков. После вот этого окошечка всегда вяжем 9
петель воздушных в начале, присоединяемся к серединке цветочка, вяжем цветочек, возвращаемся 7 воздушными, 2 столбика и довязываем столбики до окошка. Итак, 6 рядов провязали и начали заново с 2 петель. Надеюсь, вам понятно, как это вязать. Это довольно просто. Главное выучить, как вязать цветочки, запомнить порядок увеличения вот этих вот столбиков. И получается вот такое вот красивое кружево. Я провяжу еще несколько рядочков, чтобы вы вначале могли видеть, как это выглядит на нескольких рапортах. Я надеюсь, вам понравилось это видео, оно было вам понятным, интересным, полезным. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и, конечно, делитесь со мной своими работами. Это всегда очень приятно, любопытно посмотреть, как вы используете, допустим, вот такое кружево для себя. С вами была я, Юля, интернет-магазин пряжи и товаров для рукоделия «Клубки в корзинке».